то, что у нас там просятся во власть. А я с удивлением для себя узнал, они, оказывается, пороху не нюхали. Да. Нам вообще-то надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Ну какой он главнокомандующий, если он не знает, что такое армия? Ну а для президента не служил в армии, значит, там тебе быть не должно. Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовлена и понимала, могла отличить БТР от танка, БМП и так далее.